only wasted if you didn't learn anything. Ваши ошибки прошли зря, только если вы ничему не научились на них. Yeah. Now there's some things that I've done. Есть вещи, которые я делал. That looking back, оглядываясь на них, я думаю, лучше бы я их не делал. Both as a professional. Так же, как специалист, as an alcoholic, как алкоголик, as a Christian, как христианин, as just a regular person, и как просто обычный человек. But my experience, my past, is my greatest asset. Мой опыт и мое прошлое – это, в общем-то, моя самая большая ценность. You don't learn how to help alcoholics by teaching Sunday school. Потому что вы не научитесь помогать алкоголику, если пойдете учиться в воскресную школу. You understand? Понимаете? You know, you can hold your past against you. Но вы также можете использовать свое прошлое против себя, для того, чтобы себя постоянно грызть за него. Or you can get over it. Или вы можете его преодолеть. I got a couple of things that I want to talk to you all about. Парочку у меня есть вещей, о которых мы поговорим. Found this on the internet. Это я нашел в интернете. A long time ago. Давным-давно. This is the Flat Earth Society. Это общество плоской земли. Yeah. They believe the earth is flat. Они верят, что земля плоская. Да, это потому что на данный момент существует. Мне это нравится. 1993 года. But they're still around. You can Google them on the internet. Они до сих пор живы, их можно найти в интернете. Now I got a problem. У меня есть с этим проблема. I think it's funny. Потому что я думаю, что это смешно. But I just have a little bit of a problem with that. У меня просто чуть-чуть с этим как-то нестыковка. 700 years before Christ. За несколько столетий до Христа. In the book of Isaiah, в книге Исаии. It talks about God sits above the circle of the earth. Там написано, что Бог сидит над кругом земным. Yeah, how can that be? Как это может быть такое? How can people still be? Почему они до сих пор говорят, что она плоская? The truth. Правда. Well, what's the truth? Что такое вообще правда? Tell me the truth. Скажите мне правду. Is the earth round? Круглая земля или нет? Правда, это то, что... Yes. How do you know this? Откуда ты знаешь? Правда у каждого своя. Everyone has his own. Правда, это то, во что мы верим. Земля не круглая. The earth is round. Мне рассказали. They said that it's round. Видела снимки из космоса. She has seen the pictures from the outer space. That could have I've seen pictures of unicorns. Они их сделали. Leprechauns. Я могу тебе сделать картинку единорога там или что-то. My grandmother went to her grave believing that man never went to the moon. Моя бабушка went to her. She died believing that we never went to the moon. Моя бабушка так умерла и так и не поверила, что человек был на Луне. She said that was Hollywood. Она сказала, это в Голливуде все сняли. Now the same woman said that the strange weather we were having was a result of us shooting rockets through the atmosphere. Но эта же самая женщина утверждала, что изменения в погоде странные всякие, это результат того, что мы ракеты запускаем в космос. Now there's a lot of stuff that we've been taught. Много. We've been taught a lot of stuff. Много нас научили всему. Yeah, I'm not going to debate whether the earth is round or flat. Я не буду спорить на тему круглая земля или плоская. But there's a lot of stuff that we have been taught. Есть много всего, чему нас научили. That ain't true. И что не является правдой. Now I don't like to talk about politics. Давайте по политике поговорим. Yes. Well, I do like to talk about politics. Мне нравится говорить про политику. But. And I don't want to debate. Но я не хочу спорить. And I don't want this to turn into an argument. Я не хочу, чтобы происходили из этого у нас споры. But there are a lot of people who firmly believe things that just aren't true. Но множество людей очень твердо верит в такие вещи, которые точно не являются правдой. There's a lot of people in this room. И в этой комнате много людей, who believe things которые верят about themselves. В
такие вещи о себе, которые не являются правдой. I am not only my own worst enemy. You know the saying? Я не только not only am самое not, худшее в себе. I am not only my own worst enemy. I am my only enemy. Я вообще сам, ну я единственное, что есть во мне. Как I want everybody to take your hand and point out the window. Everybody, покажите пальцем в окно. Everybody, point at the window. Your problem is not out there. Проблемы вашей там нету. Now take your right hand. Поднимите правую руку. Put it on your right ear. Положите ее на ухо правое. Take your left hand. А левую руку. Put it on your left ear. Левое ухо. Everybody, both hands. Everybody. Обе руки, все люди. We don't continue until everybody does. There you go. The problem is between your hands. Проблема между вашими ладонями находится. Okay? That's a good thing. Это хорошо. The reason this is a good thing? Почему это хорошо? You can do something. Потому что вы что-то можете с этим сделать. Okay? If the problem's out there, если проблема там где-то была, how gonna fix it? Вы не можете ее исправить. I was in a conference in Moscow December 26th. На конференции в Москве 26 декабря. We're talking about denial. Мы говорили об отрицании. The American woman came and gave a lecture. Американка приезжала и читала лекцию по отрицанию. And it was the room was full of professionals. И в комнате была куча специалистов. And then there was a psychologist and a physician, a doctor sitting next to me. Доктора, медицинский персонал. And the stuff that we've been talking about how to get recovery, то, о чём мы с вами говорим там, о том, как how we're not a victim, how we're not a victim, о том, что мы не жертвы. You know, the same stuff we've been talking about. То же самое мы там об этом говорили. How you can do something about что можно сделать для того, чтобы решить свои проблемы. And then the psychologist. И она говорила, а потом этот психолог, который сидел рядом со мной, он сказал: ну, все это, конечно, хорошо звучит. And I'm sure this recovery stuff works in America. Я думаю, что эта вся, ну, тема по выздоровлению, что вы нам рассказываете, она работает в Америке. But that 12-step stuff doesn't work in this society. Но 12 шагов эти ваши, они в нашем обществе не работают. And it's the same closed-minded. И опять, это то же самое закрытое мышление. I've been hearing that for years. Я годы уже здесь. Now, there's people in this room that are alive today because of the 12 steps. Я знаю, что в этой комнате есть люди, которые сегодня живые, сидят только благодаря 12 шагам. Мы это знаем. We know it works. Мы это знаем хорошо. But I want you to take a piece of paper. Вы взяли кусочек листик бумаги. Actually, you can write this on the cover. Вы можете даже написать это у себя на обложке. Of your notebook. На обложке. On the inside cover. Because I want to be something you're going to keep. Но внутри обложки, на второй странице. You're going to refer back to it. Some piece of paper anywhere, I don't care where you write. К этому еще some piece of paper that you can refer to. Или на каком-то листике бумаги, который вы не потеряете. Write this question. Напишите there. Вопрос там такой. What do I want more than anything else? Чего я хочу больше всего на свете? And I did this last night. How many of y'all believe in having visions? Я вчера писал, отвечал на вопрос. Сколько из вас верят in what? A vision. В видение. You ever had a vision? У вас бывали видения? Да. Да. Yes. Not a... Когда много опыта. When you use a lot of drugs. How do you know? Откуда ты знаешь? It might have been real. Может, это была реальность. All right. Sometimes I become divinely inspired. Иногда у меня бывает божественное вдохновение. Last night. И вчера ночью. I mean, I had all these lectures worked out weeks ago.
У меня, я над этими лекциями работал еще недели и недели назад. Yeah, I knew we were going to talk about relapse prevention. Я знал, что мы будем с вами говорить о предотвращении срыва. У меня есть на ваш счет определенные идеи. We've already stirred up a lot of emotional stuff. Мы уже, потому что мы подняли уже кучу эмоциональной всякой фигни. You know, it's like we've got an open wound. Как будто у нас открылись раны. And we've been kind of exposing it. И мы, ну, видим это. And I need to make sure y'all have the tools to take care of yourself. Wow. Я хочу быть спокойным. Я хочу быть спокойным, что пока меня здесь не будет, что у вас будут инструменты для того, чтобы с этим справиться. Поэтому мы будем много говорить о предотвращении срыва, о том, как стать сильнее, о личностном росте. But last night I was in bed. Я лежал в кровати. I went to bed early last night. Я вчера рано пошел отдыхать. And thinking about this. Думал об этом. All this. And I thought, well, what do I want the most? Я подумал, чего я больше всего на свете хочу. Period. What do I want? What does Chip want? Лично Чип чего хочет? I want peace of mind. Я хочу душевного покоя. That's what I want. Вот чего я хочу. Больше, чем чего-нибудь остального. Тишины душевного покоя. I don't want to have fear. I want to get rid of all my fears. Я не хочу, чтобы у меня были страхи. Я хочу, чтобы все страхи ушли от меня. I want absolute trust in God. Я хочу абсолютного доверия к Богу. Absolute. Абсолютного. In everything. Во всем. I want a purpose. Я хочу, чтобы у меня была причина какая-то. I want to be safe. Смысл какой-то, чтобы был. Я хочу безопасности. I want wisdom. Я хочу мудрости. I want to be able to discern what's true, what's not. И я хочу уметь отличать правду от неправды. Немало. Свободы. Я хочу свободы. But you know, when I was laying there thinking about that. Вы понимаете, когда я лежал и об этом думал. And I'm thinking about all these things that I want. Обо всех этих вещах, которые я хочу. I thought. Я подумал. Christ-like. Я подумал. You want to be Christ-like. That's what we're all supposed to be trying to do. И я понял, что я хочу стать подобным Христу. That's what we're all supposed to be trying. Вот, в общем-то, что всем нам надо стремиться к чему. Everything I want. Все, что я хочу. Are the qualities that Christ has himself. Now that's whether you believe Christ was the Son of God or not. I don't even care. Эти все качества — это то, о чем говорил Христос. И неважно даже, верите вы в это или нет. I'm talking about having peace of mind. Я просто говорю вам о душевном мире, покое, о постоянстве, о наполненности. Now why don't I have this? Why don't I have this? Почему у меня этого нету? Why don't I have all those things? Почему у меня все это? Why do I have fear? Почему у меня есть страхи? Why do I sometimes doubt my purpose? Почему я иногда сомневаюсь в своей необходимости? Why don't I have absolute trust in God? Почему у меня нет абсолютного доверия Богу? What reasons do I have not? Какие у меня причины есть на то, чтобы не иметь этого? Why don't you have this? If you have this thing, почему у вас этого нет? Если у кого-то есть, конечно, то поздравляю. Because I'm talking about all the time. Но я говорю, чтобы всегда. На протяжении всего времени. Я не говорю о моментах каких-то душевного мира. Я говорю о постоянстве. All the time. Все время. Now, the reason I don't have it. Причина, по которой у меня этого нет. Is the reason out there? Это что-то там? Нет, это эго, ебу. И стереотипы с детства. Это эго. The reason's not out there. The reason's причины between там, my ears. Нету. Вся причина у меня в голове. So if I have fear, если у меня есть страх, if I have self-doubt, если у меня есть сомнения, if I don't trust God, если я не доверяю Богу, it's not because of something going on. Это не потому, что что-то происходит снаружи. It's because of something that's going on in me. Потому что что-то происходит внутри. Are we keeping you up? Аллилуйя.
I'm sorry if we're preventing you from your rest. So when I thought about what do I want the most out of this next 2 weeks, о том, чего я хочу больше всего, например, в ближайшие 2 недели. Which is the purpose of doing this and doing this? Это причина, по которой я хочу заниматься Gorski, этой книгой. Know this stuff. Этой книгой. Те, кто читали Горского, знают, о чем написано. What I want the most. Я написал, чего я хочу больше всего. Я написал свободы, вот чего хочу больше. I want to be free from all the things that I use to hold myself back. От всего, что я сам пытался удерживать. Right, что удерживало меня от дальнейшего развития. One more thing I want you to write down. Я хочу еще, чтобы вы записали вот что. What would you do if you knew you could not fail? Что бы вы сделали, если бы вы знали точно, что вы не проиграете, что у вас получится? На перемене. Write it down. I want you to write down the question. Fail. What means fail? Period. Anything you Anything you managed to do, you will do, yeah? Anything. Да, то есть, что бы вы сделали, если, Any change in the way you think, anything out there you want to accomplish, no matter what it is, what would you do if you knew you could not fail? I want you to write down the question and the answer. Это относится ко всему. Если бы вы что угодно задумали, в себе изменить, вокруг, и вы точно знаете, что, провала не будет, все получится, что бы вы сделали? Чтобы мы... Или чтобы мы изменили. Я бы сказал Богу, чтобы он подвинулся. А другой. He would tell God, oh, can you please step back? Да. I do this almost every day. Он говорит, я думаю, делаю это каждый день. But on, y'all know Facebook, right? Знаете Facebook, что такое в интернете, да? Some of you know Facebook. On my Facebook page. У меня там на странице. You can look there today. Это как ВКонтакте. Что это такое? Как ВКонтакте, только у них. Можете посмотреть на мою страницу. It says on there. I will trust God today. Там написано, я буду доверять Богу сегодня. That's what it said New Year's Day. I'm sorry. That's what it said New Year's Day. I will trust God. New Year's Day, I wrote this. New Year's Day, January 1st. I wrote, I will trust God. Я написал за 1 января на Новый год. And every day since, I have put on there, Today makes one day I've trusted God. Today makes 2 days. Yesterday я начал дописывать. Сегодня уже 2 дня, как я доверяю Богу. Сегодня 3. Yesterday I wrote. This makes 17 days in a row that I've trusted. Вчера я написал, уже 17 дней кряду я доверяю Богу. Because if I don't think about it, потому что если я не думаю об этом, I get all caught up in the clamor that goes on out there, the confusion that goes on out there. I get caught up in the world. Потому что если я этого не делаю, то я начинаю, мир меня уловляет в свои сети, и все это, все эти недоразумения, все это проникает ко мне в голову. And I forget that I'm blessed. Я забываю о том, что я благословлен. I forget that I should be standing on my chair, hooting and hollering because I'm sober to death. Стоять на стуле высоко, кричать и радоваться, что я сегодня трезвый. Instead of in jail, что я не в тюрьме, sleeping under a bridge, что я не валяюсь под мостом, eating out of the trash, что я не кушаю из мусорного бака и что я вообще не мёрзну где-нибудь. Я забываю об этом. Because I worry and I have doubt. And I'll say one more thing and then we'll take a break. Сейчас ещё скажу кое-что и сделаем перерыв. When Satan works on me, when Satan attacks me, когда сатана меня атакует, he does not use women. Он не использует женщин. He does not use drugs. Он не использует наркотики. He doesn't use alcohol. Он не использует алкоголь. He doesn't use money. Он не использует деньги. He uses doubt. Он использует сомнения. That's how he gets. Вот так вот.